Для семьи Казаковых Ураза Байрам – один из главных праздников в году. В день завершения поста они по старой традиции собираются все вместе большой дружной компанией. И за накрытым столом делятся впечатлениями, как прошел месяц Рамадан, вспоминают детство, рассказывают о своих успехах. Как и положено всем мусульманам, мы все семьей дружненько держали Уразу, как и каждый год. Это у нас же правило такое. Вот. Мы очень рады этому празднику. Мы так ее и ждали. Вот. Всем здоровья, мира во всем мире. Любимое праздничное блюдо у Казаковых – это, безусловно, хачины. Тем более, что женская половина семьи готовит их отменно. Симфира Гедиева традиционно делает хачины с тремя начинками – с творогом, мясом и картошкой. Они настолько вкусные, что каждый просит добавки. Я хочу поздравить всех мусульман с этим священным праздником, с окончанием Рамадана. Это для нас очень-очень большой праздник. И пожелать всего-всего наилучшего, здоровья прежде всего. Это самое главное в этой жизни. Еще одна немаловажная традиция – угощение, которое семья раздает соседям и малоимущим семьям. Таким образом, мусульмане поминают своих умерших родственников и близких. Кульки кладут хачины или лакумы, сладости и напитки. Хочу отдельно поблагодарить нашего имама мечети Али Хаджи Узденова за то, что он нам помогает, поддерживает, то, что он оставляет молодежь на путь истины. Верующие также выплачивают нуждающимся закят – милостыню разговения. Она обязательна для каждого мусульманина, чьи доходы превышают траты на основные нужды. Это еще раз подчеркивает, что Ураза Байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования, добрыми поступками, а также с высокими нравственными идеалами. Альбина Шаова, Мурат Кимбругов, Архыз, 24. Поздравляю всех мусульман.